10 миллионов рублей направит губернатор на поддержку садоводов. Об этом Борис Дубровский сообщил на аппаратном совещании со своими заместителями и министрами. Деньги поступят из областного бюджета и пойдут на ремонт дорог, замену водопровода и электросетей. Считаю, эта задача по поддержке остается актуальной, поскольку в этом сложном периоде у людей появляется возможность снизить затраты на продукты питания и заниматься подготовкой их к зиме. Сейчас в области создано порядка 900 садовых товариществ. В прошлом году на их поддержку также было направлено 10 миллионов рублей. Впервые за 5 лет деньги получили 5 муниципалитетов в качестве компенсации расходов на ремонт дорог, замену старых труб.